Проститься с зависимостью от гаджетов – такова главная мысль композиции ансамбля «Плейданс». Этой актуальной идеей прониклись и постановщик, и сами молодые исполнители. Потому что люди стали очень сильно зависеть от телефонов и очень много внимания им уделяют. Юные танцоры тоже зависимы, но со знаком «плюс». Они давно подсели на пластику и красоту движений. Я очень счастлива, когда прихожу на танцы, на занятия. Тем более занятия спортом, танцами – это очень полезно для здоровья. Современная хореография – это не просто танец, а скорее язык общения. Целый пласт новой молодежной культуры. Фестиваль «Импульс нового времени» доказывает это ярко и убедительно. Праздник света, музыки и движений проходит на островах в пятый раз. И с каждым годом раздвигает горизонты, набирая палитру жанров. Джаз, модерн, контемпорари, эстрадный танец – это свободная хореография на эстраде с элементами акробатики. Также есть стрит-дэнс-шоу – это паппинг, локинг, хаус, брейк-данс и так далее. То есть все, что входит в уличные направления. И экспериментальная хореография, где каждый хореограф может поэкспериментировать в своих каких-то новых новшествах, находках, идеях и так далее. В зале не очень людно, ряды зрителей значительно сократила пандемия. Но ни один вирус не помешает любителям танца насладиться зрелищем. Об этом тоже позаботились организаторы. Что сложная эпидемиологическая обстановка в регионе, поэтому на этот раз количество участников немного сокращено. Также мероприятия у нас проходят без зрителей. Но все видео, все концерты, все конкурсные выступления, они будут доступны к просмотру онлайн. Поэтому ни один зритель, ни один участник ничего не упустит. Свое искусство демонстрирует более 250 юных артистов из 7 муниципалитетов. Это всегда и волнение, и обмен новыми идеями. Мы смотрим на творчество других коллективов, и мы можем посоперничать с ними, узнать свои силы, их слабые и сильные стороны. Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом. Он пройдет 1 ноября в кинозале «Октябрь». Вера Рудакова, Владислав Зайцев, телекомпания ЛТВ.